Всем привет, ZBrush 2019, и в этом ролике хотелось бы именно рассмотреть, как делать вот волос. Давайте на персонажей, на женский вот персонаж, Матильда, давайте рассмотрим, как сделать волос. Так, N, я пока вот этот волос, который делал, сейчас поудалю. Delete, окей. И Delete, окей. Итак, вот так выглядит персонаж. Теперь что нам понадобится? Многие меня критикуют, почему я использую именно глину красную. Но вот те, кто лепил, вы видите, что это более подходящий материал для лепки. Здесь видно вот каждую деталь, как падает свет, в отличие вот, допустим, от других материалов. Вот в этом материале вообще лепить невозможно. Так, вот материал тоже, блеска много, но в нем тоже лепить вы будете не видеть многие детали, и получается, что работа получится гадкая. Ну а так, в принципе, кому как удобно, у кого какое именно восприятие цвета и именно вот в цветовом материале, кто как лучше видит. Так, а я вот возьму-ка, наверное, вот эту глину. Опять же, как можно загрузить? Вот load, загружаем. И вот сейчас я поставлю со Sculptress Alpha 6 именно материал. И посмотрим, подойдет он, нет. А нет, он не подходит. Нужно только ZBrush-овский. Ну ладно, так. Раз просите в каком-нибудь другом материале, я не знаю, какой выбрать сейчас. Ну, пусть вот такой будет. Может быть, вам приятнее будет, так видно. Итак, как сделать вот персонажу волос? Можно его пролепливать, как я уже раньше показывал. Ну, давайте попробуем использовать. Так, мы выберем персонажа. Вот этого сделаем дубликат. Ненужное пока через Shift, левая кнопка мыши, можно отключить, и подгрузим кисточки. Так, рабочий стол. Так, кисти, волос, вот он. Итак, здесь есть первое, что вот разный hair, вот этот волос. И можно им рисовать. Draw Size мы уменьшаем. И, допустим, вот, вот таким вот образом можно рисовать. Только вот со стороны, наверное, головы лучше. Вот получится вот такой вот волос. Давайте его сначала посмотрим, что с ним можно сделать. Так, снимаем выделение. Так, рисуем опять же сюда. Опять же, вот можно вот под эту рисовать. Теперь рисуем вот в эту сторону. Снимаем выделение. Что-то в таком духе. Ctrl-Z. Так, теперь попробуем давать вот с затылка вот так нарисовать. Так, здесь у меня идет Ctrl-Z ломка. X-симметрию можно отключить пока, потом лучше отзеркалим. Так, снимаем курву. Вот таким вот образом все это дело дорисовываем. И попробуем теперь вот с этого что-нибудь этакое сделать, да? Так, выбираем кисточку Move Topology или Move Elastic. Теперь что можно сделать? Вот жалко, что нету здесь вот горячих клавиш, как вот в Blender. Допустим, R, ротация, потом там S, это, допустим, уже идет Scale. Так, убираем курву, делаем Draw Size побольше и вот эту, так,
Move Topology. И вот этот волос можно вот уже как-то подгонять. Где-то вот таким вот образом подтягивать. Так, компонуем. Делаем его. Теперь снимаем маску. И попробуем вот этому волосу сделать Mirror and Well. Modify Topology, Mirror and Well. Вот у нас получается вот такой вот волос. Здесь все разбито на полигруппы теперь. Весь волос это полигруппы, которые можно корректировать. Так, вот этот Ctrl-Shift. Можно голову отключить пока. И вот так все это дело натягивать. Где-то компоновать, где-то что-то уводить вглубь, какую-то полигруппу наоборот вытягивать вперед. Так, эту уведем, а эту как бы можно накинуть, вот чуть-чуть расправить. Так, что здесь у нас имеется? Здесь можно придавить, здесь можно как бы тоже поднатянуть. Вот эти части изнутри можно тоже поправлять. Ну, словом, получается вот такая вот прическа. Так, давайте вот здесь теперь дорисуем. Выберем опять же кисточку, выберем другую какую-нибудь именно вариант волоса. И попробуем это все дело еще прорисовать. Если нам нужно уменьшить, мы уменьшаем Draw Size и нажимаем на курву. Вот вы видите, что у нас стало именно маленькое вот это маленький волос. Также мы можем вот так за курву поправлять, как-то вот вводить, искривлять. Получается вот такая штукенция. Так, выбираем курву вот эту и подтягиваем. И можно попробовать ее. Так. Курва снялась. Бывают нехорошие моменты. Ну ничего, будем рисовать дальше. Здесь уже можно Draw Size побольше. И вот нажимаем, допустим, на волос. Теперь переходим. Снимаем курву. Щелчок на Mesh на любое место. И теперь мы Draw Size побольше. Кисточку делаем. И все вот это дело аккуратно компонуем. Вот так вот. Здесь вот можно распрямить. Делаем Mirror and Well. Так, теперь вот эти вот, которые у нас торчат выше, надо подсадить поглубже. Ctrl-Shift можно выбрать вот эту полигруппу. И вот почему-то она не хочет опускаться. Так. Потому что она замаскирована была. Косяк за мной. Итак, вот теперь мы вот это все дело еще глубже опускаем. Так. Вот такая тут получается штукенция, переплеты, которые можно как-нибудь тут подкорректировать. Вот, вот так вот. Здесь этот вот эту вот полигруппу в накид кинуть как-нибудь. Так. Ну вот получается что-то в таком духе. Так, если сейчас мы сделаем, допустим, вот S, Ctrl-Z. Отделим сейчас пока этот весь волос, он уже намеченный. Выберем вот эту полигруппу персонажа и геометрии Del Hidden, скроем ее. Теперь включаем вот этого персонажа, чтобы он нам не мешал. И каким образом? Давайте поэкспериментируем. Так, можно вот чуть-чуть вперед выдвинуть вот так вот. Во. Теперь
Теперь что можно сделать? Попробуем, давайте сделать деформацию и инфлат. Вот так все можно поднадуть. Смотрим без полигрупп, как все это дело выглядит. Если сейчас мы уже сделаем, так, вот эти вот надо поубирать края, которые торчат. Если сделаем сейчас Ctrl-W одну полигруппу, то мы сможем, в принципе, должны вот как-то вот так вот все это дело аккуратно поправлять. Так, эту вот накинем потолще вперед и выведем ее как бы вот, вот сюда. Вот так вот. Вот эту вот вытянем ниже уха. И можно ухо даже как бы вот перекрыть. Можно вот ухо оставить и добавить вот сюда еще кисточку. Или вот эту часть сюда вот припустить. А эту вот вытянуть вот таким вот образом. Давайте попробуем сделать теперь именно центральный вид вот этот. Выбираем место и вот так вот Ctrl-Z. Вот получается, что нужно вести именно снизу. Так. Вот таким вот образом. Так. Снимаем выделение. То бишь курву. Открываем Mob Topology. И давайте все это дело опять же подкорректируем. Вот так. Кисточку теперь поменьше. Делаем как-нибудь ее вот таким вот образом. Кстати, вот тут этому волосу Dynamesh уже делать не надо. Вот на персонаже можно его использовать уже именно вот в таком виде, с такой сеткой, как он есть. Так, как теперь все это дело продублировать? Делаем Ctrl и вытягиваем еще вот так вот волос. Теперь его можно Scale уменьшить. Вытянуть как бы вперед, перекрутить вот таким вот образом. И поближе, наверное, подвинуть вот к этому волосу. Также здесь его можно откорректировать, подогнать. Ну, получается что-то вот в таком духе. Так, это значит в этот воняем, а эту усаживаем ниже под этот волос. Во. И вот такой уже получился персонаж. Если сейчас мы сделаем так, геометрии мира and well, то получается вот ничего так прикольно. Вот эти волосы можно вывести именно вот сюда, ну, в центру головы, вот сюда вот так вот. Вот что-то убрать, что-то подтянуть, словом подкорректировать. Так, вот этот волос тоже можно как бы немного задрать кверху. Вот таким вот образом. Вот так вот. И попробуем вот этому волосу добавить еще какую-нибудь кисточку. Посмотрим. Вот Curve Braids. Смотрим, что она нам может дать. Она нам может дать косицу. Так, смотрим, как она будет вестись. Ай-яй-яй, это что за гадость? Ага, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Вот она, косица. И пробуем. Так, опять не в эту сторону. Надо еще настроить будет строк. Вот этот. Так, вот таким вот образом. Чуть-чуть ее давайте еще уменьшим. Теперь
снимем, допустим, выделение и гизму чуть-чуть вот так все это дело подправим. Так. И под анимацию, если будем делать анимацию, то нужно сделать ее вот косу как бы вот в сторону, чтобы вставить потом сюда кости. Так. Немножко ее еще перекрутим, подкорректируем. Вот такая прикольная получилась прическа. И теперь у нас получается совсем другой персонаж. Так, смотрим. Вот. Вот такая штукенция. Здесь, конечно, еще можно подвести какой-нибудь, добавить именно резинку какую-то, как бант. Что еще можно сделать, да? Ну, давайте для эксперимента опять же. Так, включим Clay Buildup. Добавим, допустим, append. Добавим сферу. Теперь N. Выбираем сферу и поднимаем ее с помощью гизмо вверх персонажа вот сюда. Делаем всему этому скайл. Вот так. Теперь все это дело вытягиваем вот таким вот образом. Подводим теперь ее вот как бы назад. Вот так вот. Делаем в сфере Dynamesh. Теперь выбираем Move Topology или Move Elastic. Ставим X симметрию. Вытягиваем где-то вот таким вот образом сферу. Чуть-чуть ее вот так вот корректируем. Смотрим, что тут вообще получается. Так. Вот эту часть чуть-чуть вот так. Эту вот так, а эту как бы к низу. Вот таким вот образом. Так, здесь тоже немножко ее уменьшаем. Тоже делаем сразу как бы не, ну, вот эту складку. Так, вот. Ну, а теперь попробуем сделать экстракт. Делаем Ctrl-D, добавляем дивайдов. Делаем Ctrl и рисуем вот эту вот всю нягу. Близко к краю не подходим. Рисуем где-то вот до сюда. Так, и низко к низу тоже не уходим, чтобы не получилась там складка. Так, смотрим, что получается. Вроде все нормально. Теперь делаем всему этому делу. Так, а вот, пардоньте. Так, Ctrl. И немножко, наверное, вот сюда. Не, вот эту уже часть не надо. Лучше ее потом натянуть. Так. И делаем экстракт. DLower. Divide удаляем. Экстракт. Смотрим, что получается. Какая толщина капюшона. Это много. Чуть-чуть уменьшаем. Экстракт. Ну, в принципе, пойдет Accept. И все это дело оставляем. Теперь сферу можно удалить. А вот эту часть выгладить. Так. Ну, а теперь компонуем ее, опять же, Move Topology. Это вот сюда. Это вот так. Эту чуть-чуть к низу. Немножко ее как бы делаем на складку. Здесь вот где шея уводим вглубь. Делаем тоже как бы вот складку такую по голове. Ну а это вот крепим уже именно к куртке. И получается у нас совсем другой персонаж. Вот теперь вот с таким вот
капюшоном. Где-то здесь его, конечно, можно пролепить. Где-то волосы чуть-чуть увести вглубь, чтобы не так пышные были. Ну вот уже другой персонаж. Так, давайте разберемся теперь, как еще раз еще можно сделать волосы. Я вот это пока теперь delete, окей, удалю. И вот это тоже. Так, ну капюшон, ладно. Хорошо получился, оставим. Выбираем теперь N, выбираем волосы. Так, сейчас я пока, наверное, еще на главную все это дело сделаю. Ладно, Control тоже скроем их пока. И поднимемся вверх. Вот теперь у нас опять персонаж. Делаем ему теперь дубликат. Верхний отключаем и попробуем другие кисточки. Кстати, как делать кисточки, я выложу ролики в описании. Можете посмотреть. Это уже давно-давно я показывал. Кто смотрел, там качество, конечно, не очень. И аппаратура хуже была, и знаний чуть поменьше. Но, в принципе, можно сделать волосы. Так, теперь вот какая кисточка есть. Опять же, их симметрию можно отключить. И здесь уже радостнее все это дело происходит. Смотрите, как все это делать. Вот она как выглядит. Ctrl-Z. И мы делаем вот такой финт ногами. Делаем ее вот так. Вот. Теперь что нужно сделать? Сделаем перекрутку. И подведем, допустим, вот к боку вот сюда. Чуть-чуть еще можно увести. Теперь переключаемся на кисточку Morph Topology. И пробуем все это дело вот так вот положить. Это вот один вариант. Можно вот сразу большую вот так вот ее где-то вытягивать, где-то поправлять вот таким вот образом. Другой вариант давайте рассмотрим. Сейчас вот это все назад вернемся. Так. Выбираем опять же вот эту кисточку. И попробуем поменьше ее делать. Ну, допустим, вот так вот. Теперь опять же делаем Morph Topology. И где-то вот, допустим, понемножку ее вот так вот компонуем. Где-то припускаем. Вот как-то так. Так, что тут у нас еще есть? Теперь можно эту чуть-чуть дальше отвести. Немножко, допустим, где-то перекрутить, подставить. И получается вот такой волос. Здесь его можно вытянуть с помощью гизма, опять же. И чуть-чуть вот перекрутить. Ну, а тут опять же нудно, но зато потом получается классная прическа. Вот как-то вот так мы ее компонуем. Так вот к голове прижимаем. Так, теперь тут вот так. Тут чуть-чуть чего-то вниз. Ну а теперь опять же гизмо. Делаем вот так вот. Дубликат. Ну и вот так вот его тоже подводим. Потом здесь можно вот так вот добавить, сразу их пораскидать. По голове. Так, здесь где-то ее подкрутить. Потом будет поправляться. Так, ну и наверх надо добавить. Вот так. Так положить. Где-то перекрутить. Где-то опять же подогнать.
где-то вперед вытащить. Вот так. Ну, вот что-то в таком духе. Вот так вот. Ну и можно еще, наверное, побольше растянуть ее. Снимаем теперь маску. И вот это все дело, опять же, нудно, но можно подкорректировать. Вот. Попробуем замаскировать, и чтобы уже не бояться, попробуем кисточку побольше, и вот так вот все это дело так как-то, да. Или уже попробуем тогда ротации. Так, Ctrl-Z, Ctrl-I. Так, так, так. Ага. Нехорошая идея. Ну, словом, вот. Так, это уже голова. Вот так вот сидим теперь и поправляем, или сделаем теперь вот что. Раз, так. Так. Отделим, наверное. Modify Topology Del Hidden. Включим наш вот этого персонажа. И вот так, наверное, будет уже лучше работаться. Все, здесь теперь мы выбираем, компонуем. Так, вот эти вот за ухо перекидываем. Здесь где-то вводим вот сюда в бок. Так, это вот так. И вот так уже потихоньку опускаем каждый волосек. Под разными углами. Вот так вот уже удобней. Так, здесь у нас, значит, потом вытянем. Ну, вот что-то в таком духе получается. Надо, конечно, это все аккуратней. Как всегда. Вот тут держать край вот этого именно, где волос начинается, делал, заканчивается, вот и края тоже держать. Теперь делаем геометрию и делаем Mirror and Well. Вот такая штукенция получается. Теперь можно использовать деформацию инфлатом, чуть-чуть надуваем. Во. Вот так вот. И теперь это дело все вот так вот корректировать, короче. Так, чердак надо посмотреть тоже.
Так, это тоже чуть-чуть положим так. Можно теперь сделать еще вот как. Делаем, допустим, геометрии и делаем, давайте, дубликат. И вот этот дубликат можно просто выше поднять, еще как-то перекрутить, где-то что-то его подставить. Вот, допустим, вот так как-нибудь. Во. Так, здесь у нас получается прореха. Ну вот, вот так вот можем поставить. И вот это все дело потом тоже докорректировать. Вот, где-то тут что-то повытягивать дальше. Вот так вот. Так, ну вот получается что-то в таком духе. Где-то что-то вылазит. Это надо все поправлять, чтобы было нормально. Давайте теперь челку сделаем. Так, опять же выбираем. Выбираем какую-нибудь кисточку, опять же. Draw size поменьше. И здесь уже маленькую такую делаем. Чуть-чуть ее перекручиваем, чуть-чуть ее подгоняем, где-то вот так вот подставляем. Чуть-чуть можно еще вытянуть, конечно, и ниже опустить. Так, теперь Ctrl вытягиваем. Опять же перекручиваем. Так, здесь тоже челку. Только теперь можно немножко уменьшить. Во. И чуть-чуть ее здесь тоже перекрутить. Вот так вот. Так, побольше перекручиваем. И поближе ставим. Лучше вытянуть ее потом. Ну и верхнюю вот эту часть тоже. Ctrl. Вот здесь где стык. Вот так как-то. Снимаем выделение. Опять же, геометрию мира and well. И вот получается гражданка вот с таким волосом. Здесь, опять же, конечно, нужно повнимательнее корректировку делать. Все это дело как бы рисовать может почетче. Вот так, какой-то волос можно кверху выпустить, а какой-то ниже посадить. Вот таким вот. Так, главное перекрыть вот этот волос именно как бы челкой. Так, эту пониже. Mira and Well. И вот у нас уже как бы удмурт. Если мы вот этот волос еще выпустим пониже, давайте попробуем, знаете, как сделать. Так, вот здесь вот нужно переход вот этот тоже делать нормальный. Как бы вот сюда вот вперед это все дело. Вот так вот. Если сейчас сделать... Так, что еще можно сделать? Ну, давайте типа каре замутим. Так, побольше Draw Size. И вот так как бы. Вот так. Чуть-чуть сплюснем, чтобы все нормально было. И вот так вот. Раз. Ctrl сюда. Так. Ctrl вот так вот. Перекручиваем. Еще как бы вот так. Делаем перекрутку. Так, волосы побольше тут можно поставить.
а потом уже делать корректировку. Так, ну и опять же, где будет вот этот стык, именно симметрия. Так, вот так, вот так и вот так вот. Ну и еще раз Ctrl, перекручиваем. Здесь уже можно его побольше вытянуть и вот так как-то прицепить. Ну а теперь опять же Move Topology и вот это все дело потихоньку все это усаживаем именно в голове. Так вот, раз. Это вот сюда. Какая-то именно вперед уходит, какая-то назад. Ну, чтобы перекрывали верхний волос, конечно. Так. А ну-ка, где-то можно шифтом. О. Не без этого. Ну и вверх. Вот это обязательно как бы вот так вот отметить. И вот волос как бы ветром колышет. Тоже прикольно. Можно вот эти теперь поправлять все. Делать его пышнее. Как будто на ветру развивается. Вот дальние можно подправить. Вот так вот. Вот эту от рекламы достала. И вот эту челку, если мы сейчас в бок сюда вот так вот перекрутим. Сейчас вот таким вот образом. За концы берем вот эти. И вот сюда это все дело на один бок накидываем. Ну, как будто, правда, ветер сбоку. Включаем все саптулы, за исключением, наверное, вот этого. Так, теперь N выбираем вот эту штукенцию. Делаем ей дубликат. И попробуем чуть-чуть ее подкорректировать. Так, X-симметрию отключаем. И вот как бы в бок ее вот сюда. Раз. Как будто тоже ветер, а вот эту часть наоборот на лицо наводим вот сюда. И вот так вот. Ну вот уже прикольно, конечно.